Сегодня в Краснодар прибыл потомок царской семьи Романовых. Пол Эдвард Куликовский является правнуком младшей сестры Николая II. Первым делом он посетил рождественский храм, где хранится прядь волос последнего императора. Она была привезена из Екатеринбурга, где были расстреляны члены царской семьи. Есть такая русская традиция подстригать младенца. И вот эти младенческую прядь сохранять. И вот эти волосы были принесены обратно в Екатеринбургский храм на крови. И батюшка от этих волос царя отделил нам младенческие волосы Николая II. И подарил нам. И сейчас они в нашем храме. Вместе с женой Пол Эдвард Куликовский приложился к святыне. После они осмотрели пределы храма и иконы. Затем в мэрии города состоялась дружеская встреча с представителями местной власти. Несмотря на то, что Пол Эдвард Куликовский родился в Канаде и живет сейчас в Москве, его многое связывает с Кубанью. Здесь в 1919 году его прабабушка, княгиня Ольга Александровна, с мужем укрывались после революции. Ольга Александровна работала в госпитале в Киеве, затем жила в Крыму. Но после революции их семья была вынуждена уехать в Данию. Однако моя прабабушка не хотела покидать Россию и сбежала на Кубань, в станицу Новоминскую. Именно там и родился мой дедушка Гурий Куликовский. Поэтому я чувствую большую связь с Кубанью. Мне очень нравится приезжать сюда каждый раз. Это одно из моих самых любимых мест в России. В память о своих корнях Пол по всему миру организует выставки картин своей великой прабабушки и распространяет книги и воспоминания Ольги Александровны. Кстати, одна из глав сборника посвящена станице Новоминской.